Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я публикую купоны и скидки. Теперь и в ВК. Я изучил обзоры зарубежных авторов и собрал все плюсы и минусы первого смартфона Nothing. Плюсы. За эти деньги мы получаем флагманский OLED-экран с поддержкой HDR и 120 Гц. Цветопередачу сравнивают с базовым iPhone 13. Минус. К сожалению, у него нет зарядного устройства в коробке. Есть влагозащита IP53, но смарт боится влаги из-за конструктивного нюанса. Внешний вид напоминает iPhone, но с фирменным глиф-оповещением. Это я сейчас про подсветку корпуса. Проц тут не флагманский, это Snap 778G+, но он работает стабильно, а лаунчер базируется на базе лаунчера Google Pixel. У него плохой звук стерео и качество звука в наушниках, при этом 3,5 мм тут нет. У смарта хорошо оптимизирован расход батареи, 4500 мАч хватает на день, а в виде бонуса есть беспроводная зарядка, как правило в этом сегменте ее нет. При этом у смартфона плохая ремонтопригодность, смарт сложно разобрать, а чтобы поменять экран нужно разобрать вообще все. Камер тут всего две. Это 50-мегапиксельные датчики без 5 или 2-мегапиксельных затычек. Оба дают хорошее качество стока.